Привет, друзья. Привет, мои хорошие. Спасаюсь от жары. Не знаю как. Но под кондиционером, конечно же, невозможно. У нас сегодня было на солнце 51 градус. Представляете? Это кошмар. Сейчас по новостям смотрю, в Москве гроза, там все небо затянуло. И Наталья мне, подписчица, прислала видео. Из окна, Наташа, конечно, я так думаю, ой, знаешь, страшновато, да, такой, как говорится, катаклизм, но вот какая у нас сейчас жара стоит, это я бы не против была под дождиком немного остыть. Все сохнет, сейчас вот опять будет полив, каждый день полив, пока стоит жара. Но все равно, знаете, лето. Ну, у нас такой регион Волгоградский, у нас все время здесь такая жара, все время вот засуха. От этого никуда не деться. Сейчас чуть-чуть прохладнее будет. Нужно добежать до фикс-прайса. У девчонок в обзоре посмотрела, там кое-что для себя присмотрела. Надо срочно бежать и купить для интерьера. Идем, пойдем с дочкой в фикс-прайс. Прогуляемся, чуть-чуть отдохнем. По магазинам, так сказать, пройдемся. Ну и, конечно, целенаправленно идем в фикс-прайс. Все, пока-пока. Так, я в фикс-прайсе. Занесло меня. Смотрите, какая ваза, 99 рублей, черная. Симпатичная. Я сейчас покажу, какие вазочки взяла для декора. Такие вот по 149 рублей. Но вот красную и белую взяла. Тут еще кокошко интересное. И столько много всяких искусственных цветочков. Смотрите, очень даже интересно, да, смотрится по 199 рублей. Вот розочки. Ну, кто любит вот такие украшения. Розовенькие. Вот. Какого цвета? Кстати, забыла, как с какого цвета. Скажу, нежно-морковного. Будете смеяться. Беленькие. И вот еще какие. По 149. Я же все для декора смотрю. Для декора что-нибудь. Смотрите, бальзам для мытья посуд. 55 рублей. Кто-нибудь, девчонки, брал? Нет? 400. 460 сколько бы? А, нет. 1,2 литра. Напишите, хорошие, нет? Стоит брать за 55 рублей. Цена так бюджетная, конечно. В отделе книг в фикс-прайсе есть книга Игорь Прокопенко «Коронавирус. Вирус-убийца». Кто-нибудь покупал? Смотрите, тут сколько их много, целый ряд. Наверное, очень популярно. И везде этой книги завались. Бля, какую книжку. Надо. Какую книжку? За 77 рублей. «Утонувшие девушки». В мягкой обложке, а в твердой обложке стоит такая 400 рублей. Да ты что? А тут сколько? Нифига себе. Представляете, книга? Фикс-прайс, сущие копейки. Бегите, берите, девчонки. В жестком переплете сколько? 400 рублей? 400 рублей. Вот это, да, во, классная. Книга для записи, 96 листов. Смотрите, какие интересные. В виде лего, да? Блокнот с застежкой. 99 листов. Тоже красненькая. Это вот обычный переплет, блокнотик. 99 рублей. У кого ногти плохие, пожалуйста, лак для ногтей лечебный. Всего 55 рублей. Вот смотрите, что здесь вам нужно. Потому что многие мне писали, что после вот таких гелевых ногтей, ну, плохо ногти выглядят и чувствуют себя. Не знаю, вот брали, нет, я не знаю просто. Я пока этим не страдаю. Если что, напишите мне, хорошее это средство. Другие тоже девчонки почитают и посмотрят. Ну, цена просто хорошая. В аптеке дороже, в Магнит Косметик тоже намного дороже. И вот смотрите, какие есть, завезли. Такие прям неплохие. По 149 рублей. Есть вот серенькие. Вот с такой бляхой. Есть вот такие черные. Такая бляха. И вот обычный такой песочный. Вот с такой бляхой.
как под дерево. А, нет, вот еще, смотрите, есть розовый, 149 рублей, и есть бежевый. Вот, видите, такие ремни. Мне еще понравилось, смотрите, 149 рублей. Вешалка на кухню, видите, для полотенчиков. Ну, я так поняла, на кухню. Есть чайник тут, чайная чашка, кофе, чай, чайная чашка с кофе. Интересно, 4 крючка, 149 рублей. Тряпочки, появились мои тряпочки, прошлый раз не было. 3 штучки, 77 рублей вот эти. Отличные для уборки, девчонки, еще раз говорю, я уже пока говорила, да? Хорошие тряпочки. Вот сейчас я беру сейчас упаковочку себе. О, бананчики завезли. Сушеные, 27 рублей. Сейчас 2 пачки возьму. Нравятся они. Вижу, корзинка стоит. Ага. Так, ну что, возьмем бананы, да? Попробуем. Давно их не брали. Не изменились ли они? Завезли форму для мороженого. Такие вот там палочки. Внизу 77 рублей. Клубника скоро пойдет опять. Можно будет взять. Сейчас, наверное, возьму. 77 рублей, да. Форма для мороженого. Мне еще понравилось это блюдо. Вот это. Made in France. 149 рублей для нарезки. Белое. Такое красивое. Квадратное. Квадрат Навальное. Мало осталось. Такая стопочка. Возьму на одну. Решила вам показать, как я вазочки на время пока приспособила вот на эту угловую полочку. Ну, конечно, там в углу, которая у меня вазочка из Греции, с острова Родос, да, я оттуда надо убрать, она там вообще не нужна, конечно, не смотрится. И вот тут внизу вот с бокальчиком вот эта вот вазочка из фикс-прайса, видите как. Ну, я говорю, временно. У меня вообще, конечно, другая задумка. Как декорировать после ремонта. Нужно еще купить одну вещь мобилирование для кухни, да? Ну, пока временно поставила. В общем, хорошие такие, интересные для декора вазочки, вот прям самое то. Не знаю, там можно ставить какой-то цветочек, нет. Мне кажется, я смотрела, в магазине Хофф я видела 2 слона, вот красный и белый, стоят они 1000 рублей, в принципе, размером, ростом, да, с эту вазочку. За что сделано, 1000 рублей не стоит. А эту за 149 рублей такие 2 вазочки. Прекрасно. Так что вот так вот. Смотрите, там их мало осталось, девчонки, мало таких вазочек. А я сижу, пью чай. Пью чай свой из мяты. Мята. Смородина замучила из такого бокальчика своего. Немножко, если он холодный чай уже. Лед растворился. Я его остудила и пробую, говорю, бананы. Давно не покупал же, спрашиваю, стоит бананы за 27 рублей. Нравятся они мне очень. Сколько здесь штук, сейчас скажу, сколько штук. Так, один я съела, осталось 3 штуки. Целиком бананчик, очень вкусно. Знаете, такой десерт вместо конфет. А? Такой сушеный бананчик. Кто, если не брал еще, попробуйте. Мне нравится такой десерт. С чаечком, с таким, с холодненьким. Просто бесподобно. Нужно еще в Магнит Косметик сходить. Купить одно такое чистящее средство для золота и серебра. В магазине, где я покупала кольцо, там женщина, я говорю, а вот средство, которое чистит, вот золото, серебро, там же 2 разных пузырька, одно для золота, другое для серебра, и стоят они где-то около 400 рублей. Она говорит, вы знаете, сейчас посоветую вам, лучше купить вот это средство и чистить. Вот сейчас иду за этим средством, попробую сначала. А человек говорит, бесподобно, говорит, и бабушка моя чистила, и мама, говорит, и я продолжаю чистить золото, серебро вот этим средством. Я же пойду, схожу в мой косметик, посмотрю, продается. Но я видела, что он там продается. Так что, может, еще удастся мне купить, если опять не раскупили. Первый раз в фикс-прайсе купила вот эти вот вонюшкины сладости, грибочки. Видите? Ну, теперь они плохие, достойные так. К чаю тоже. Неплохо. Значит, стоит недорого. Уже не помню сколько, не хочу в чек заглядывать. Обратите на них внимание. Такое лакомство, знаете, лакомство. Такое желание вот съесть все сразу. Как семечки. Честное слово. Вкусненько, вкусненько. Какой у меня завтрак сегодня? Божественный. Вот эта кашка, которую в фикс-прайсе брала.
5 злаков. Увелка, да? Смотрите-ка, есть овсяные, пшеничные, ячменные, пшеные, ржаные. Оставалось у меня остаточек от перетертой смородины, красной, с сахаром, и тутовник. Сейчас все так перемешаю и буду есть. Божественный завтрак. Здоровый. Кашку варила я, 3 минутки она варится, на воде. Вот чуть подсолила, все, сахара вообще не добавляла. И мой чай с мятой, со смородиной. И там еще у меня такой крымский сбор трав. Крымский чай. В общем, сегодня такой у меня обалденный завтрак. Обалденный. А тем временем Чака, посмотрите, как спит. Ночью работал периодически кондиционер. Она залезла вот так вот в одеяло. И теперь подтягивается. Чапа. Под одним из видео, каким видео? Ну, про эти эфирные масла, которые все у меня крутятся. Мне там несколько подписчиков написали. Как вы, Светлана, можете использовать вот эти вот, знаете, вот я использовала, показывала, да, вот такие вот салфетки. Это же вред экологии, типа, куда вот, вы же захламляете экологию. Ну, в принципе, я, конечно, согласна, что ты ими захламляешь экологию. Если бы у нас в стране работала переработка мусора, проблем никаких не было. А что делать? Влажные салфетки тоже делаешь ими уборку, многие делают ими уборки, тоже выбрасывают. Уже ничего не сделать. А пакетов сколько? У нас же нет, у нас же не Европа. Я не знаю, может, в Москве, в Питере существует переработка мусора какая-то. Но в регионах, допустим, где я живу, такого нет вообще. Если уж что-то пошло, правильно? Ну, вот как-то вот так вот я ответила на это. Кто, если мне задавал вопрос, захламляю или, как я думаю, захламляю я или нет. Но, с другой стороны, мы платим сейчас за мусор. За что? За вывозку мусора. Все. Раньше не платили, а теперь платим. И что-то это все изменилось, что мы платим. Какие-то перерабатывающие комбинаты построить? Нет, точно так же на свалку все это свозится. Точно так же все гниет, тлеет там. Ладно, не буду об этом. А я что сейчас делаю? Я сейчас делаю малосольные огурцы. Наконец-то наросли огурцы на грядке, да? В пакете. Я делаю только в пакете, девчонки. Потому что у меня, так, знаете, такой принцип в кулинарии. Просто, быстро и вкусно, да? Все прекрасно знают, как их малосолить в пакеты. А, еще не приготовила, что я соль и сахар сейчас возьму. Соль и сахар. Первый раз малосолю в этом году. Первый раз малосолю. Давно. Очень давно, долго ждала, когда пойдут первые огурчики. Делаю очень просто. Вы все об этом прекрасно знаете. Я люблю. Вообще, у меня слабость намного, когда укропа. Обожаю укроп. А сейчас зонтики пошли. Вот так, в такой пакет накладываю сначала укроп. Даже вот такие стволы. Это еще лучше. Чеснок. Чеснока всегда больше. Но в этот раз у меня что-то делаю почти головку. Вот все, что осталось. Поэтому все, что осталось, большое просто режу. Вот так вот. Раз пополам. Чтобы запах был. И просолился он тоже. Вообще офигенно вкусный, да? В малосольных огурцах. Этот чесночок. Тоже моя слабость к чесноку. Это моя самая главная приправа. Все. Таким образом. Можно положить сюда и перец горошком. Можно просто перцем еще посыпать. Черным. Я это ничего не делаю. Просто, значит, у меня ни гвоздику никакую ни сюда не добавляю. Укроп, чеснок и огурчики. Ну, где-то килограмм огурцов. Большой огурец я вот порезала, чтобы они где-то примерно были одинакового размера. Вот так вот накладываю. Пакет. Можно в 2 пакета сразу делать. Ну, у меня этот плотный пакетик я делаю в 1. Соль насыпаю 1,5 столовой ложки на килограмм огурцов. Ложка пошла. И половинка. Вот так где-то. И чайная ложка сахара. Оп. Все. Все элементарно, Ватсон. Завязываю кулечек.
легким движением руки. И знаете, какая характерная особенность? Нужно, чтобы в кулечке, вот в этом сейчас я завязала его, был воздух. И перемешиваю. Убираю в холодильник на верхнюю полку на 4 часа. И в течение этого 4 часов, где-то через каждые полчаса, 40 минут, вот так вот взбалтываю. Такие вкусные огурчики уже будут у меня к вечеру готовые. Все, пока-пока. Спасибо за внимание. Спешите, пишите комментарии, ставьте лайки. С вами была сегодня ваша Света. До скорых новых встреч!